Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Весняний раціон харчування, яким він має бути сьогодні? На це питання будемо відповідати разом з нашою гостею. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» дієтолог та сімейна лікарка Дар'я Лівих. Дар'я, я вас вітаю в нашому прес-центрі. З настанням весни пробуджується природа, от наш організм не одразу виходить із зимової такої сплячки. До весняного букету додається ще гіповітаміноз та ослаблення організму. Як саме весна впливає на нестачу необхідных витаминов в организме. Расскажите, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Очень важная тема. И виновата на самом деле не весна, виновато время, в течение которого те продукты, которые были заготовлены, сложены в хранилище, да, овощи, фрукты, ягоды, которые хранились долго, в них уже, естественно, к весне запас витаминов истощается, и в них, собственно, мы не получаем полного набора витаминов, которые мы можем получить с продуктами. Но кроме этого, также хочу обратить внимание, что большое количество употребления рафинированных продуктов, белой муки, сахара, курения, алкоголь, употребление алкоголя, все это факторы, которые помимо того, что и так не хватает витаминов в рационе, эти факторы еще и ослабляют всасывание витаминов и способствуют их разрушению. То есть это двойной такой удар на наш иммунитет. И в результате что мы видим у людей? Ослабление иммунитета, ухудшение памяти, раздражительность, слабость, быстрая утомляемость, сухие волосы, подверженность к вирусным инфекциям, кроме этого кожа сухая, да, то есть все эти факторы, они как результат того, что мы недостаточно употребляем с пищей витаминов, минералов, и кроме этого мы их теряем, если делаем то, что я сказала чуть выше. Яким же має бути раціон харчування от у цей період і взагалі? Смотрите, прежде всего надо как раз-таки убрать эти факторы, которые могут способствовать разрушению витаминов и их неусвоению. Например, если курите, то просто меньше начать курить, да, ну то есть я не буду сейчас об этом долго на этом останавливаться. То же самое с алкоголем. Кроме этого, исключить из рациона там рафинированный сахар, подсолнечное масло, большое количество белой муки, то есть все это продукты, которые ноль, пустые вообще продукты, которые только ухудшают самочувствие, только еще больше способствуют разрушению витаминов, даже тех, которые вы едите с едой. Кроме этого, для того, чтобы эти витамины усвоились, то есть для того, чтобы, грубо говоря, они из пищеварительного тракта попали вообще в кровь, надо привести в порядок, конечно, состояние желудочно-кишечного тракта. То есть, если там чередуются запоры, поносы и так далее, то есть это не ок, нужно обращаться обязательно к врачу. Вздутие, тяжесть, изжога – это тоже признаки того, что что-то у вас не так с пищеварением, а значит, нужно эти факторы устранять. Если вы встаете утром и видите в зеркале язык белый или с желтоватым налетом, или с каким-либо налетом, то есть там налета быть не должно. Это такая самодиагностика, да, даже по работе желудочно-кишечного тракта, потому что язык – это, по сути, зеркало нашего всего желудочно-кишечного тракта. И третий фактор, который до рациона, да, нужно решить, это движение, активность, потому что какие бы мы витамины ни ели, там, принимались комплексы какие-то, они просто не доедут туда, куда им надо, если мы сидим целый день, там, 20 часов на попе или 12, да, и не двигаемся, то есть нам надо усиливать ток лимфы, особенно весной. Именно в лимфе сосредотачиваются все микроорганизмы патогенные. Именно в лимфе идет очищение, грубо говоря, нашего организма. И поэтому нам нужно крайне важно усиливать ток лимфы. Это движение, это активность, это контрастный душ, это массажи, это баня, сауна, да, вот все эти факторы, да, они способствуют тому, что организм и самоочищается, и у него есть возможность усвоить те витамины, которые вы ему даете. И теперь ближе к рациону, да, что же все-таки, на что обращать внимание весной? Прежде всего вспоминайте о заморозке, особенно замороженные ягоды, особенно черная смородина. Это прям вот лидер по содержанию витамина С. Важно размораживать заморозку, да, правильно, не бросать ее в компот, потому что там витамина С сразу, точно ноль сразу, а правильно это
Например, из морозилки вы достаете на ночь в холодильник, и мягко, плавно эти продукты размораживаются. И после этого вы добавляете уже их в приготовленную кашу. Или просто вилкой давите с бананом и даете ребенку как десерт. Или делаете, размешиваете с желе, тоже вам, пожалуйста, десерт. То есть способов употребления миллион. Главное, делайте это правильно и регулярно. Кроме этого, обращайте внимание на квашеные ферментированные продукты. В первую очередь это квашеная капуста. В идеале, если она была заготовлена еще осенью, то есть именно в осенней капусте сосредоточено очень много витамина С. И благодаря той кислой среде, которая есть, вот в этом рассоле, и бактериям, которые дружественны для нас, витамин С там сохраняется. Поэтому сейчас это просто суперфуд. Если ваша бабушка или мама, тем более, если это сделано в бочке, заготовили яблоки или какие-то овощи, именно брожение, с помощью брожения, то вот вам и витамины группы В, и витамин С, и весь комплекс витаминов, которые вам необходимы. Гриб камбуча. Вот такой есть напиток, чайный гриб, по сути, нами многими забытый, вот в 90-е это было популярно, и сейчас, в принципе, к этому мода возвращается. На самом деле, достаточно полезный напиток, вы туда добавляете сахар, но с помощью брожения, опять же, полезные бактерии превращают этот сахар в другие вещества, более полезные для нас. И плюс, это тоже хороший источник витаминов группы В. Третий момент – это наши проростки, то есть то, что можно вырастить у себя на подоконнике. Лучок зелененький, или что угодно, то, что съедобно, то, что можно съесть, пожалуйста, проращивайте. Или покупайте зелень просто в горшочках, которую можно подстригать регулярно, и таким образом и красиво, и вкусно, и полезно. Обращаю ваше внимание, что если вы покупаете зелень на рынке или в магазине, неважно, в супермаркете, то важно вот эту первую зелень вымачивать в воде перед употреблением, хотя бы пару часов перед тем, как съесть этот пучок петрушки или укропа, сейчас в основном пойдет петрушка и так далее, то вот на эти моменты обращайте внимание, потому что нитратов все-таки может быть много, проверить это достаточно тяжело, а вот это простое действие вымачивания в воде хотя бы полчаса, час, вас защитит от избытка нитратов. Вот такие три момента, Это что касается в основном витамина С, витаминов группы В. Что касается витаминов жирорастворимых А и Е, то это наши орехи и семечки прежде всего. Наши обычные, наши родные грецкий орех, лен, тыквенные семечки, вот эти. Это те суперфуды, которые тоже нужно добавлять. И четвертое – это специи, и тоже в том числе ягоды. Например, клюква, облепиха, имбирь – это то, что и улучшает работу желудочно-кишечного тракта и помогает усваиваться витаминам из той еди, которая у вас есть. До речі, повернемося до насіння. Наше наступне питання. Зараз дуже популярним в раціоні багатьох людей є насіння різноманітні, як ви зазначили, льон, чія з'явилось таке новомодне. Коли ви були у нас попередній раз, також зазначали загарбузове насіння. У чому взагалі користь саме насіння і як правильно їх вживати у їжу? Я остановлюсь именно на семенах льна. Почему? Потому что по сравнению с заморскими семенами чиа, наш лен по пищевой ценности, конечно, намного преобладает. И лен, прежде всего, это источник тех же витаминов группы В, особенно витамина В1 в нем очень много. Кроме этого, там содержится магний, фосфор, железо, медь, цинк, селен. Это то, что необходимо нашему иммунитету очень сильно. Кроме этого, там есть незаменимые аминокислоты. Кроме этого, там есть токоферолы, это витамин Е, который защищает нашу кожу. Кроме этого, это холин. Холин защищает клетки печени от негативного влияния токсинов, алкоголя и так далее. Кроме этого, помогает клеткам мозга улучшать свою функцию. То есть семена льна, как правильно употреблять? Прежде всего, нужно запомнить, что семена льна в цельном виде не усваиваются, то есть
есть они выходят как зашли. Поэтому для того, чтобы получить вот всю ту пользу, о которой я сказала выше, крайне важно семена льна измельчить в кофемолке. Но вы измельчаете не на неделю вперед семена льна, потому что они будут окисляться. Там еще есть омега-3, кстати, растительная омега-3, тоже, которая нужна и иммунитету, и мозгу, и много чему. Так вот, измельчаем непосредственно перед употреблением, чтобы защитить те жирные кислоты, которые есть ненасыщенные в семенах, чтобы они не окислялись. Это раз. То есть вы измельчаете вот перед употреблением. Как делаю это я? Например, просто измельчаю семена льна, заливаю тепленькой водичкой, добавляю туда те же ягоды, о которых я сказала выше, смородину, там, чернику, ежевику, малину, что найдете. И вот такой вот десерт у меня получается. Это может быть и завтрак, просто семена, да, не замоченные, можно добавлять в суп, в кашу, в пюре, куда угодно. И детям, и взрослым, и пожилым особенно, да, это и источник клетчатки, и источник тех витаминов, минералов, которые я сказала. Семена чиа, если нравится, пожалуйста, покупайте, но опять же, по пищевой ценности они уступают. Что касается семян тыквы, то это очень классный источник тоже незаменимых аминокислот, которые многим понадобятся, да, в пост, чтобы балансировать аминокислотный баланс еды. И это тоже то, что очень богато цинком, то, что необходимо нашему иммунитету сейчас. Дякую за відповідь. Ви вже зазначили запіст, але ми до нього повернемося трішечки пізніше. Хочу запитати, що наша тема звучить весняний раціон, але все ж таки деякі експерти зазначають, що треба адаптувати вибір продуктів не під пору року, а під особистість, особливість власного індивідуального метаболізму. Як це взагалі працює і як правильно тоді підбирати раціон? Хороший вопрос. Я частично з ним согласна. Чому? Тому що независимо від времени года, каждому из нас нужно в день съедать, вот взрослым людям, вот вдумайтесь и запомните, пожалуйста, эту цифру, в день взрослый человек, каждый день должен съедать 600 грамм овощей, это минимум. Плюс к этому количеству может быть там овощ, могут быть фрукты и ягоды, но 600 грамм овощей это обязательно, независимо от сезона. Просто с разными сезонами эти овощи будут меняться, да. Если летом там огурцы, помидоры, перец, да, капуста свежая, то зимой это в основном корнеплоды, это свекла, морковь, тыква, это та же капуста, только квашеная или тушеная. Вот это первый принцип, о котором я говорю всегда и на своих консультациях, и на своих обучающих интенсивах. Каждому это важно запомнить. Это не я придумала, это рекомендации ВОЗ по сбалансированному здоровому питанию. И здесь уже речь идет не только про витамины, да, понятно, что их количество может отличаться в зависимости от сезона, а важно это потому, чтобы кормить клетчаткой, пищевыми волокнами, свою микрофлору в кишечнике, грубо говоря, своих бактерий в кишечнике. Они, вот эти бактерии, да, их по весу примерно 1,5-2 килограмма. Каждый из нас носит в своем животе отдельный микроорганизм, большой, точнее макроорганизм, да, который состоит из миллионов, миллиардов просто клеточек. Кстати, клеток бактериальных у нас в организме больше, чем наших собственных клеток в несколько раз. Так что, да, для понимания, кто у кого в гостях. Так вот, крайне важно обеспечивать вот уровнем, количеством клетчатки именно нашу микрофлору в кишечнике. А дальше уже, да, мы говорим о том, что, конечно, количество белка может отличаться. Беременные, кормящие, дети, спортсмены, да, количество белка может отличаться. Количество углеводов тоже может отличаться у человека, у которого нормальная масса тела, или кому надо набрать, или кому надо похудеть. Да, тут уже в зависимости от задач решается остальное. Но вот то, что точно нужно каждому, это 600 грамм овощей в день. И здесь никаких компромиссов быть не может. Это то, что нужно однозначно всем. Дякую за таку рекомендацію. Що ж, у нас, на жаль, залишалося мало часу, тож хочу все ж таки зазначити за Великий піст. 15 березня він розпочинається. Можливо, дехто з наших глядачів планує його дотримуватися. І доведеться відмовлятися від м'яса, риби, молочних виробів. Як взагалі такий раціон може не зашкодити здоров'ю? Така, можна сказати, безбілкова дієта, як його можна до неї підготуватися?
Подготовить свой кишечник прежде всего. Да? Это то, о чем я сказала в самом начале. Если у вас там на бобовые, на нут, на чечевицу вздутие, то нужно с этим разобраться, да? Желательно с врачом. Как сделать так, чтобы ваш кишечник вообще переваривал растительный белок, да? Из сои, из чечевицы, из нута, из маша. Потому что в любом случае количество белка вам нужно балансировать, пусть не животными продуктами, а растительными. То есть первая подготовка – это нормализация работы желудочно-кишечного тракта. Второе, постепенно уже приучивать свой желудок, кишечник к тому, что будут новые продукты, такие же, как, да, бобовые, соевые, орехи, семечки. Третий момент – это все-таки беременные, кормящие спортсмены, дети в активной фазе роста. Им, конечно, мы не говорим о посте, то есть у них обязательно должны оставаться яйца, рыба, морские продукты, пусть не мясо, да, но рыба, яйца, молочные продукты, морские продукты обязательно должны быть в их рационе. Что касается взрослых, которые действительно, да, хотят пройти от и до этот пост, в любом случае там допускается и рыба, раз в неделю, да, там допускаются все вот те растительные белковые продукты, о которых я сказала выше. На них и стоит обращать внимание. И, конечно же, не забывать о клетчатке, потому что клетчатка, а точнее наши бактерии в кишечнике, также помогают нам и усваивать и белок, и витамины, и минералы, которые мы получаем с едой. Вот это важно запомнить и научить этому своих детей. До речі, скажіть, будь ласка, чи відрізняється, має відрізнятися раціон у жінок, чоловіків та дітей? Ви сказали, ми вже запам'ятали 600 грам овочів для всіх, і все ж таки є якісь відмінності? Звісно, для дітей, ті, хто не привик вообще їсти овочі, для них 600 грам – це вообще почти чуть ли не весь суточний раціон вообще всієї їди. Звісно, у дітей будуть відмінності, тобто це хоча б 300 грам овочей і плюс там 300 грам фруктів і ягод. Да? Лучший фрукт – це овоч. Так принято, да, среди диетологов считать. Я тоже так считаю, но все-таки обязательно в рацион добавляйте ягоды. Что касается мужчин и женщин, здесь примерно плюс-минус, да, одинаковые показатели, но опять же все зависит от того, что нужно, какая цель, да, это похудение, это набор веса, это улучшение там работы желудка, кишечника и так далее. То есть все зависит от цели, и все-таки если есть какие-то задачи и проблемы, то их лучше индивидуально решать с врачом на консультации, да, потому что универсального, понятно, вот то, что можно дать универсальные рекомендации, это я вот вам озвучила выше, а так рацион, конечно, может отличаться, но всегда я стремлюсь к тому, чтобы максимально дать вот такое меню, такие рецепты, чтобы подошли всей семье, вот это очень важно. Дякую вам за відповіді. Дуже цікава, змістовна прес-конференція. Сьогодні говорили про весняний раціон харчування, яким він має бути. Нам розповідала наша гостя, дієтолог та сімейна лікарка Дар'я Лівих. Ще раз дякуємо вам за відповіді. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте.